Отдел ГИБДД по городу курорту совместно с отдельным взводом и ротой ДПС ежедневно проводят рейдовые мероприятия по выявлению нарушений пешеходами и водителями. Прохожие любят переходить дорогу в неположенном месте, а водители, в свою очередь, не торопятся уступить преимущество пешеходам. Аварийность растет. За прошедший период 2015 года на территории муниципального образования город-курорт Анапа зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых 9 человек погибло и 14 получило ранения. Перечисленные дорожно-транспортные происшествия являются ДТП с участием пешеходов и, как правило, по вине пешеходов. Основным нарушением пешеходов является это переход проезжей части в неустановленном месте. За нарушение предусмотрены штрафы. Пешеходам за переход проезжей части в неустановленном месте 500 рублей. Водителям, не уступившим дорогу пешеходам, 1500. Но никакие штрафы не сравнятся с ценой жизни, которой можно лишиться по невнимательности и халатному отношению к правилам дорожного движения. Особое внимание водители должны обратить на детей. Ведь Анапа – детский курорт, а маленькие пешеходы еще не могут контролировать свои действия.